Так, кстати, так нечестно. Классно. А. Я упала. Наташа. Наташа. На скрипке с голубого ручейка начинает... Дай мне мой телефон. Ну а дружба начинается с улыбки. Буду говорить, что... А что мы делаем? Аида, три. Три, четыре. Аида, один. Давайте по одному. Ладно. Еще раз. Это просто бегать. Маша. Ну всего. Давай. Ну, говори. Мы просто хотим помочь Деду Морозу сделать всех людей более счастливыми и веселыми. Мы просто хотим помочь Деду Морозу. Я говорю, чтобы все люди стали чуточку веселее и добрее. Ну, давай. Мы просто хотим помочь Деду Морозу. Чтобы все люди стали чуточку добрее и веселее. Хотим заметить, что при этом никаких финансовых затрат не было. Но все люди так же улыбались и были счастливы. Да! Зовут Элина, в этот вечер ты королева мира. Я посвящаю эти строки тебе, лишь наедине ты поймешь, о чем я. Мои слова, как в сердце пламя, манят и пленят. Пускай все звезды будут твоими, пускай печаль растает, как лед. Знай, тебя никогда не покинут те, кто с тобою рядом идет. Знай, мы пройдем через это вместе. И даже если все не длится вечно, останемся верными. Эля, с днем рождения. Главное — здоровья, счастья, удачи, хороших оценок, хорошей учебы, творческих успехов, радости, любви и всего самого-самого наилучшего. С праздником! Привет, дорогая Элечка. Вот и настал твой день рождения. Я тебя очень люблю и хочу поздравить тебя и пожелать тебе всего самого наилучшего. Вот вроде бы только вчера мы играли в дочки-матери, а сейчас уже такие взрослые стали. Я хочу, чтобы мы всегда оставались такими дружными сестрами и никуда не разъезжались, никуда не расходились, всегда общались, всегда друг к другу приходили в гости. И, конечно же, ты наша самая лучшая, мы тебя ждем, мы тебя очень любим и очень по тебе скучаем. И поэтому я хочу, чтобы ты всегда оставалась такой же красивой, доброй, творческой. Все, мы тебя любим и ждем. Привет, дюймовочка нашего курса, Элина Бердюгина. Ты у нас особая и неповторимая личность. Так пусть в твоей жизни прибудет счастье, и ты
найдешь того самого единственного неповторимого человека, который бы взял и вывез тебя в эти дальние горизонты, где вы были бы счастливы и жили большой чудесной сказкой. Пусть твоя скромность гармонирует с пламенным и зажигательным танцем под названием «Танго». Пусть то пламя, которое сидит внутри тебя, разгорается с каждым годом все больше и больше и поражает нас своей необыкновенной богатой натурой. Верь в себя, и тогда ты сломаешь любые преграды и горизонты, которые будут стоять на твоем пути. Мы тебя все очень любим, передаем большой-большой привет из Москвы. В общем, дорогая моя Элечка, как говорит твой папа, 19 – это не 45. Так вот, в твои 19 я желаю тебе, чтобы ты никогда не сдавалась, всегда следовала смело за мечтой, потому что все, что говорят другие, это всего лишь бла-бла-бла-бла. В общем, никогда не жалей еще о потраченном времени, ну и, естественно, исполнение всех твоих желаний. Я тебя очень сильно люблю. Эля, что это? Огонь! Элечка, дорогая моя, я поздравляю тебя с днем рождения. Я желаю тебе... Я тебе все скажу лично. Желаю тебе, самое главное, это творческих успехов, совершенствоваться во всех твоих начинаниях, в твоих желаниях, пускай все исполнится, то, что ты задумала. Все, что ты хочешь, чтобы случилось хорошее, ну, хотим и всегда хорошее, и я хочу, чтобы у тебя все всегда получалось, и по жизни успех тебе всегда сопутствовал. Поэтому все остальное я скажу лично, я тебя очень сильно люблю, ты сама это знаешь, я очень рада, что ты появилась в моей жизни, поэтому, зайчик, обнимаю тебя, и я надеюсь, что я сейчас рядом. Элюшка, привет! Я очень надеюсь, что сейчас мы сидим все вместе где-нибудь при шуме прибоя, ты слышишь каждое слово, что тоже немаловажно. В общем, я хочу тебе пожелать всего того, чего обычно людям не желают. Какой-нибудь наглости, стервозности, чтобы то, что у тебя есть, ты могла защитить. Потому что твой мир, он нереальный, он просто каких-то нереальных размеров и нереально в наполненности. Я желаю, чтобы ты его сохраняла, чтобы он у тебя был всегда. Также я тебе желаю, понятное дело, профессионального успеха, потому что у тебя есть все для того, чтобы достичь Олимпа в любом деле, за которое ты бы бралась. И, конечно, я очень хочу, чтобы был у тебя успех во всем, что ты хочешь. Также желаю тебе личного успеха. И желаю, чтобы ты нашла того самого принца, который сможет покорить твое сердце. И что ты не пожалеешь об этом ни на секунду. И чтобы это было раз и навсегда. Эльчика, ну, мне нечего вот так говорить. Я люблю тебя. И что ты скажешь? Ты меня учишь. Я очень многое у тебя беру. И на самом деле... Вот это самый пик общения, я считаю, когда ты можешь чему-то научиться и что-то взять у человека. Мне есть что у тебя брать. Я очень счастлива, что я с тобой знакома, и я безумно, я не знаю просто, как даже такого слова нет, подобрать, что вот мы встретились в колледже, и что есть ты. Ты была, наверное, первым человеком, который я подумала, блин, оказывается, кто-то тоже может учиться. Ну, в том плане, что он любит это делать, и ты могла, и... Я помню вот этот момент, это было в 104-м. Я желаю тебе, пожалуйста, будь счастлива. Просто вообще не важно, чем ты занимаешься. Чтобы то, что ты выбрала, ты была счастлива. Я не знаю, 19 лет такой возраст. Это почти 20, но это не 18. И ты уже поняла кайф 18. Мне кажется, я пользуюсь служебным положением и взяла гораздо больше времени. Уже 2 минуты пошло. Ладно, Элечка, все, давай, пока. Сейчас будет вау. Любимая моя сестренка,
В этот день я хочу тебе сказать спасибо. Спасибо за то, что ты у меня есть. Спасибо за все твои советы, за слова поддержки, за те эмоции, которые ты даришь мне. Наконец, конечно, за наше криминальное детство. Я хочу тебе пожелать много любви, только настоящих друзей, чтобы рядом были любимые близкие. Хочу, чтобы у тебя все получалось, а я тебе в этом помогу. Ну, как не мне тебе помогать? Я же знаю, как сделать так, чтобы ты улыбнулась, сказав тебе одно слово. Например, неожиданно там, или пироженка там, или страна, или жужа-жужа и две шоколадки. Я хочу, чтобы у тебя все получилось, и мы всегда будем рядом. А еще наши мечты потихонечку начали сбываться. Я тебя люблю. Дорогая Элечка, сегодня тебе 19. Это такая вот ступенька во взрослую, сознательную жизнь. Должна быть сознательной. Мы стараемся как-то отпихнуть взрослую жизнь, осознание взрослой жизни. А она как-то преступно подступает. Вот. Да. Так вот. Я видела и встречала многих людей уже. Но... такие, как ты, мне еще не попадались, так что я имею полное право делать выводы, что такая, как ты, одна. И действительно, ты мне стал очень родным человеком. И за это я хочу сказать огромное спасибо твоей семье, за то, что ты появилась на этом свете, за то, что ты такая, какая ты есть, за то, что когда они далеко, они все равно морально близко с тобой. И... то, что твоя семья стала действительно для меня тоже родными людьми, роднёй. И мы с тобой почти не разговариваем словами. Нет, мы разговариваем, но мы очень часто говорим глазами, и мы понимаем друг друга с полуслова. Мы учимся друг у друга многому, и что мы дополняем друг друга, это тоже верно. И спасибо тебе огромное за то, что ты появилась в моей жизни, потому что вот я... думаю о том, что... а если бы тогда в наших провинциях что-то поменялось, и мы не встретились бы, что бы было? Но я не хочу об этом думать сейчас, потому что у тебя же день рождения! У-у-у! Когда тебя нет рядом, мне хочется заменить всех окружающих людей на одну тебя, потому что мне тебя очень не хватает. И ты для меня действительно стала сестрой, родным, близким человеком. Хочу тебе пожелать... крепкого богатырского здоровья, богатырского, потому что без него никак. Я хочу, чтобы все твои мечты осуществлялись, так как все, что мы не задумываем ничего такого сверхъестественного. У нас жизненные, обычные мечты. И я не хочу, чтобы в твоей жизни были какие-то «но», которые заставляли бы тебя отказаться от своей мечты, но... если даже это будет, то ты знаешь, что я приму любой твой выбор. Я все приму, правда. Ты мне очень близкий, родной, ты замечательный человек. И мне действительно с тобой очень повезло. Да. Ты разукрашиваешь мою жизнь разными красками. Ты дополняешь ее. И... я не знаю, мне хочется так же. Я надеюсь, что это взаимно. И я тебя очень сильно люблю. И не знаю, слава каким богам, что в моей жизни появилась такая подруга. Даже, ну не подруга, действительно, как родной человек, как сестра. Все, что ты вообще... Ты рядом, ты всегда рядом. Ты всегда рядом, даже когда ты можешь находиться в другой стране или в другом городе. Солнышко, сегодня в этот день хотим тебя поздравить с днем рождения.
слово предоставляется главному виновнику твоего появления на свет. Скажи пару слов для дочи. С днем рождения. Скажи, что ты ей желаешь. Ну, или сама понимаешь, папа у нас, как всегда, скромный. Ну, еще тут, понимаешь, вы с утра. Немного не в форме. Но он тебе много чего хотел хорошего сказать. В общем, он тебя очень сильно любит. Ну, скажи еще что-нибудь. Кого? Кого-нибудь скажи. Сейчас дочь на тебя смотрит и просто, наверное, там слезами обливается. Скажи что-нибудь, Эля. Ты видишь, я вокруг папы бегаю. Папулёк, скажи нам пару ласковых. Очень-очень сильно любит. Ладно, стесняюсь. Сама понимаешь, папа. Ангел мой, привет. Сегодня у тебя самый настоящий праздник. Я буду говорить очень быстро, потому что памяти телефона нет. А говорить могу очень много. Солнышко, ты невероятная. Ты просто нереальная. Ты самая красивая. У тебя самая красивая и светлая душа. Я тебя очень сильно люблю. Бог, Господь просто сделал мне огромный подарок в жизни. Он мне подарил тебя. Подарил, чтобы я могла заниматься самовоспитанием и понимать, различать плохое от хорошего. Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Мы с тобой абсолютно разные, ты это знаешь. Мы как небо и земля. И мне всегда хочется равняться на тебя. Людей с такой вот чистой душой, с такой добротой на свете осталось очень мало. А если есть, то они потом со временем становятся злыми или обиженными на жизнь. Так я вот хочу, чтобы твоя жизнь складывалась так, чтобы тебе ни в коем случае не пришлось бы меняться. Вот какие бы трудности бы тебе ни встретились, чтобы ты всегда оставалась такой же нежной, доброй, светлой, чистой, наивной. Вот такой вот нереальной, какая ты сейчас. Тебе вот просто считай огромной любви. Обязательно встретить самую настоящую любовь. Даже не бойся, влюбляйся, расставайся. Ну, главное, чтобы это было все так полюбовно, мягко, чтобы никаких не было трагедий. Ни в коем случае не хочу, чтобы кто-то разбил твое сердце или ты чье-то. Я желаю тебе просто счастья, солнышко. Такси туда и обратно. Я знаю, что будет завтра. Но пока на пороге не стой, не хочу целоваться в парадной. За одну ночь всю зарплату, а в голове одни маты. Сегодня ты предложил стать твоей навсегда, только как непонятно. Так вот, не об этом сейчас. Мы, значит, тут, ну, как бы подумали, я включила красивую музычку на фон. Ну, я подумала, что так будет красивее. Да. Ну, это я подумала, так что все нормально. Вот. Я не люблю в жизни пазлы. Ну, вот это собирать, разбирать, ну, это скучно. А по-другому назвать твой телефон я, к сожалению, не могу. И мы так подумали, что вот этот вот подарок, такой маленький iPhone 5s будет для тебя самым лучшим. И на нем защитное стекло. То есть двойная жизнь стекла у него. Да. Вот. Это действительно будет нужным, полезным для тебя подарком, потому что, ну, как бы мне страшно глядеть на твое изобретение. Маленькое такое. Четверка. Да. И спасибо огромное твоей семье, которая помогла нам купить этот маленький подарок. Так что он летит к тебе. Лови его! Я тебя очень сильно люблю.
захватила Москву, Нью-Йорк и Лондон и Мадрид. Своей взрывной волной ты охватила. Ты баба бом, ба.